Страшные дела творятся в аптечном пункте ЗАО «Фармацентр» на Челюскинцев, 33. Аптечная справка отсылает всех, имеющих право на льготное лекарство, в эту аптеку. Пожилые люди со всего города, даже из области, из Полевского встретилась с корреспондентом того пенсионерка. Бьются по 3-4 часа на жаре. Давка, люди больные, сердечники, инфарктники, астматики. Из очереди регулярно увозят скорые выбывающих. Здоровому-то человеку 3 часа на такой жаре трудно выстоять. Единственная аптека в городе, которая отпускает бесплатные рецепты. Бесплатные и льготные. И поэтому такая ситуация. Позвонила, мне сказали, здесь только лекарства. Да, по справочному. Да. А лекарства только здесь. И не знаю, вот получу я его или нет. 3 часа выстояла. И не знаю, получу или нет. Хватит мне его или нет. Вот бабушке 80 лет, больная первая группа инвалид. То же самое пришла. Плачет горькими слезами. Стою, да около часа, наверное. Около часа стою. А у меня бронхиальная астма. Вот простоял за карсипочки с капотеном. А сейчас вот вижу, что капотена нет, опять бежать куда-то. 3 часа стоял. За что такое издевательство? Ради 50% скидки стоять на жаре 3 часа. У аптеки сейчас бои местного значения. Внутрь запускают только по 3 человека. Даже не пройти внутрь, не узнать, имеется ли лекарство в наличии. Концов пока корреспонденты ТАУ не сыскали, но сыщем непременно. Но кажется нам, что торчат тут уши горздрава, который любит, чтобы ради контроля одна аптека работала гораздо удобнее контролировать. У меня сестра больная, лежит 2-й год, я сама-то не вижу ничего. И она лежит вот, дайте его, я отдала женщине, сама не вижу ничего.